Вот с позиции просто как бы рассуждаю сейчас потребителя, да. Я долго следил там за движениями глобальной волны, как бы подписался в свое время, да. Ну и как бы отслеживаю, да. Ну, после небезызвестных вам событий, да, связанных с Лиманским, все прекратилось. То есть вот я понимаю, в чем, ну как бы с моей точки зрения, я понимаю, в чем проблема. То есть все утыкается в то, что нет результата. Просто происходят какие-то движения, встречи, потом на сборке Лиманского шашлычок, и все поехало, понимаете? Люди перестают верить в это. Действительно, а для чего, собственно, нужна глобальная волна? Чем она привлекательна? С учетом того, что... Вы сами понимаете, что у каналов с технической какой-то подоплекой нету посещений, то есть их никто не смотрит. Буквально 1000 там человек набирается за полгода там или там, я не знаю. Вот, ну понимаете, какой интерес вот от этого, если исходить просто. Он для Алекса по поводу волны. Мы волна глобальная, под парусом летим вперед. Ну, как бы мои поздравления, да? Да, конечно же, хорошо, что глобальная волна продолжает существовать, но порой действительно выругаться хочется от всякого рода искусственных способов повышения интереса к ней. Мне не надо ничего показывать, понимаете, я Ну как же технарь, так? но Мы вы что? Мы дослушайте же вместе меня, глаз в пожалуйста, глаза. вы меня, пожалуйста, дослушайте. Я технарь, Хорошо. электронщик. А, допустим, у технарей принято так. Вот не надо технарю показывать работающее устройство. И тем более какие-то там искусственные штучки для привлечения внимания. Он не повторит его. Ну что такое работающее устройство? Это некая коробка, на которой мигают лампочки там или еще что-то происходит. Если автомобиль, то это опять некий ящик с колесами, который едет. Как он едет? Что внутри? А, извините, непонятно и неизвестно. А если изобретатель, типа вот этих же всех акул Кулабуховых и прочих фокусников, начинают задвигать просто бессмысленный набор слов, который с их точки зрения объясняет работу этого устройства, то, знаете, ну, выслушайте до конца. Это просто цифровой фокус, цирковой фокус. Все верно. Но и тут возникает одно существенное но. Так вот, смотрите, допустим, ту же самую акустику еще черти когда люди изучили, и волны на воде тоже изучили черти когда, при этом понятия не имели, что такое воздух, что такое вода, то есть что эта среда из себя представляет. А сейчас ровно аналогичная же ситуация с электромагнетизмом. Волны есть, их изучили. Аж в какой среде это происходит, понимаете? Ну, да, вот есть электромагнитное поле. Что это такое? А хрен его знает. И вот тут-то мы выходим на упомянутое выше «но», обусловленное тем, что творческие способности наши выше все же наших знаний. Тех знаний, той информации, которой мы и на нашей глобальной волне захлебываемся. Да, глобальная волна вполне бы могла стать магазином, так сказать, по продаже внедренных ноу-хау. Это нам, так сказать, творцам нового, вполне под силу было бы организовать. Но все упирается в нынешние проблемы экономики, в нашу всеобщую безграмотность в этом вопросе. Ведь все это имеет вполне определенную стоимость, а нам почему-то жалко денег на это тратить. И это несмотря на то, что людям-то под силу решения абсолютно всех проблем, лишь бы их не ограничивали в их творческой деятельности, результаты которой, к сожалению, на 90% представляют собой пустую породу, на которую, как и при золотодобыче, надо тратиться, чтобы получить ожидаемый результат. У нас запланировано вот на ближайший месяц эксперимент в лаборатории Лебедева. Вот буквально, где мы хотим вот чуть ли не пальцами схватить тот самый эфир, то есть показать, что этот эффект не может быть по-другому истолкован, кроме как вот из-за вот того самого эфира.
Конечно же, ничего плохого нет в такого рода планах. Но беда в том, что любое целевое использование, так сказать, соответствующих там возможностей вступает в противоречие с той самой стратегией, которая подобна той же золотодобыче, сводящейся к практике внедрения абсолютно всех ноу-хау и одинакового отношения к ним. БТГ уже повторили куча людей, да, но почему-то никто повторить за ними просто элементарно не может. Извините, можно примерчик работающего БТГ? Ну как же, Руслан Калабухов, Капанадзе, вы скептик абсолютный, да? То есть вы не верите вот в это? Понимаете, в чем дело? Я цирковых... Вы думаете, что это батарейки там? Я цирковых фокусов видел очень много, поэтому... А вообще-то в среде технарей принято так. Ребята, вот схема принципиальная. При этом, допустим... Указаны, какие элементы там, какие детали, какое, что, если это механическое устройство, какие размеры, при этом обязательно говорится, из какого материала, что делается. Если какие-то там хитрости в обработке, это указывается. Если это электронное устройство, допустим, с какими-то самодельными элементами, ну, к примеру, катушками индуктивности, обязательно указывается индуктивность, диаметр обмотки, число витков, длина намотки, шаг, ну, все без исключения параметры. Понимаете, в чем дело? А здесь мы видим подделки на уровне школьного кружка электроники начальных классов с объяснениями примерно средневекового уровня. Вы повторите такое устройство? Нет, и никто не повторит. Еще раз, вся эта каша, в том числе и в наших головах, из-за проблем с экономикой. Нам всем новшества и те же ноу-хау нужны как товар, который мы приобретаем в магазинах. Просто интерес к ним – это нечто вторичное. У производителя должны быть деньги и на то, чтобы у нас не появлялась заинтересованность в самостоятельном воспроизведении товара. Ты признаешь, что Владимир Лебедев из Усова именно такой, и он не обманывает народ? Это раз. И вот если будет продемонстрировано в этой лаборатории устройство, совершенно открытое, без всяких там скрытий, ну, в общем, видно было, какие элементы, нет батареек, нет аккумуляторов, нет провода к сети, нет ни других прочих, значит, скрытых вещей, что, конечно, Володя никогда не делал. Вот, и эта штука работает долго, и лампочки горят, то есть в самозапите находится. Вот такому эксперименту ты все-таки как-то поверишь? Что же касается такого рода вопросов, то к ним надо относиться как к дополнительной услуге. А именно, кое-кому, наверное, действительно интересно будет наблюдать за производственными и внедренческими процессами, и им надо предоставить эту услугу. Я, например, вижу так ситуацию, что необходимо не просто создать устройство, а создать такое устройство, чтобы объяснение его работы было понятным для людей. Опять же, все это вторично. Никакой сверхъединицы в принципе быть не может. То есть это будет механизм изъятия определенной энергии из окружающего пространства. Вернее, изъятия энергии из движущейся материи в окружающем пространстве, в лаборатории. Если такой механизм будет найден и будет показана схема, зачем в нее верить? Нет, надо продемонстрировать в работе. Сама постановка вопроса, что значит верить или не верить. Вот именно, вера тут ни при чем, и не стоит на нее делать ставку. Вопросов задали очень много, но для того, чтобы разбираться поэтапно, мне нужно понять, что вы знаете законы механики, динамики, электродинамики. Знаете, как работают уравнения, как те же самые изобары устроены, изотермы. А это уже, так сказать, завышенные требования к потребителям. И еще раз, хотя бы у нас на глобальной волне надо с большим
вниманием, с большим, так сказать, уважением относиться к творческим способностям людей, а не к их знаниям, к той самой информации, в которой все мы сейчас тонем и захлебываемся.